Представители города и области поздравили группу компаний «Вологодские лесопромышленники» с 25-летним юбилеем. Торжественный юбилейный вечер прошел сегодня в театре для детей и молодежи. Лесопромышленников поздравил мэр города Вологды Андрей Травников и вручил лучшим работникам предприятия благодарности главы города. Спасибо за то, что вы живете и работаете на Вологодчине, работаете для Вологодчины, за то, что вы стали лидером своей отрасли, за то, что вы не устаете и впечатляюще развиваетесь. Мне хочется сказать спасибо каждому из вас, всем, кто присутствует в этом зале, кто трудится на всех предприятиях, на лесозаготовительных участках. История группы компаний «Вологодские лесопромышленники» началась в 1991 году, когда было создано совместное советско-австрийское предприятие «Австрофор». Оно осуществляло трейдерскую деятельность, заготовку, распиловку и экспорт древесины. Сейчас это одна из крупнейших в России компаний лесопромышленного комплекса, где работает более 2000 человек. Около 99% продукции идет на экспорт. Сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней растет ежегодно и в этом году превысила 1 миллиард рублей. Кроме того, группа компаний «Вологодские лесопромышленники» является ярким примером социально ответственного бизнеса. Это поддержка детского спорта, участие в образовательных программах, проекты по восстановлению лесов. Мария Помилова, Михаил Прищев, Вологда Портал.